الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم продолжаем разбор тафсира имама аль-Багави رحمة الله عليه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Дальше Всевышний Аллах говорит «Аль-Хаджу Каулю Та'аля Аль-Хаджу Ашру Ма'лумат» – «Хадж совершается в определенные месяца». Ай, имам Багау говорит, то есть «Аль-Хаджу Ашру Ма'лумат», то есть «Хадж совершается в определенные месяца», «Вахия Шаваль, Вадуль-Кеда, Ватиса Мин Дель-Хиджа, Иля Тулю-Ль-Фаджр, Мин Йоумин Нахра». Это месяц Шаваль, потом Зуль-Кеда, и 9 дней от Дель-Хиджа, пока не наступит фаджр 10-го дня, то есть Йом Нахра. То есть что значит Шаваль Зуль-Кеда? То есть чтобы человек совершил хадж Тамат, то если он приедет в месяц Шаваль, совершит умру, и выходит в состояние храма, и находится в Мекке, и ждет, пока наступит хадж, то есть он совершил какой хадж, как пришел, заходит в состояние храма, он совершил какой хадж? Хадж Тамат Тубара Калуфик. Ва юрва ан ибн Умар, Шаваль, ва Зуль-Кеда, ва ашра мин Зиль-Хиджа. وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فيه. То есть все это достоверно и одно другому не противоречит. فمن قال عشر عبر به عن الليالي. Тот, кто говорит 10, он подразумевает этим и ночи. ومن قال تسع عبر به عن الأيام. Тот, кто говорит про 9, он имеет в виду дни. فإن أخر أيامها يوم الحج وهو يوم التاسع. Если человек задержится, допустим, за 9 день, إنما قال عشر فإن Фаина Ахри, извиняюсь. Фаина Ахри Аями, самый последний день для того, чтобы человеку засчитывался хадж, это какой Йомуль Арафа? То есть, если человек не успеет на Арафа, он уже на хадж не успел. И Петр Пророк Солсом в одном из хадисов сказал, аль-хаджу Арафа. Хадж это и есть Араф. Вагу Йом Тася, это 9 день. Ваинна Макали Ашру, ну почему Всевышний Аллах сказал Ашру, Беляв Зальджам во множественном числе, Вагия Шахран, Вабаду Фалис, потому что хоть это 2 месяца и часть только 3 месяца, Лянна вахт, потому что это время. Валяраб тусамиль вахта тамаман бекалили ва кафири. А арабы, то есть, называют время, будь это мало или же много. Вот если месяц, будь это часть месяца, они могут назвать его как месяцем. Фаякулю атайту кайом аль хамис. Говорят, я пришел к тебе, например, в четверг. Вайнама атаху фисаатин мингу. Или я посетил тебя в четверг, или я был у тебя в четверг. Хоть у него был он всего лишь 1 час, например, от четверга. Но все равно говорят так. Ну и в русском языке тоже так, и в других языках наших также говорят. Вакаль Урфа ибн Зубайр, вагайр Урфа ибн Зубайр и другие говорят. Арады биляшури шавалин вазалькеда вазальхиджа камалин ляннаху ябка аляльхаджи умурум бада арафа ваяджибу алихи фалаалляха мислу рамью вазабху вальхальку ваттавафу зияра вабайтута бимина факанат фи хукмельхадж. Урфа ибн Зубайр и другие ученые сказали, почему Всевышний Аллах сказал месяца, то есть хоть Шаваль, Вазаль-Кеда, Вазаль-Хиджа, Камален, то есть полными месяцами, то есть назвал Ашхур, Ашхур, то есть если бы было 2 шахра, не было бы, если бы 1 шахр, но он сказал Ашхур, как будто 3 полных месяца. Потому что, говорит, после, для паломника после Арафата тоже есть вещи, которые он совершает из хаджа. Как, допустим, бросает камешки, правильно же, 10, 11, 12, 13 день, бреет голову, делает таваф, вальбайтута, таваф или какой ифада имеется в виду, под таваф изъяра он имеет в виду таваф какой ифада, как мы сказали, основной таваф. Вальбайтута бимина живет в мина, ночует там факанат фихукмель хадж, и все это как будто бы считается хадж. Дальше Всевышний Аллах говорит, после того, как упомянул, что аль-хаджу ашру ма'лумат, хадж это известные месяца, сказал фаман фарада фигинна аль-хаджи, и тот, кто обязал себя в эти месяца совершением хаджа, Айфамана уджаба аля нафси аль-хаджи биль-храми ва тальбия, тот, кто обязал себя хаджем, зайдя в состояние храма и начав делать тальбию, фаля рафаса валя фусук, то не должен заниматься рафасом и не должен заниматься нечестием. Вахталифу фи рафас, поэтому рафас не перевели. Почему? Потому что среди ученых было разногласие, что такое не заниматься рафасом. Каля ибн Масуд, ибн Аббас, ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, ибн Масуд, ибн Умар сказали, гуль-джима, а это что запрещено человеку, который зашел в состояние храма для совершения хаджа или умра? А это близость с женой.
Вагуа Кауль, или же с рабыней. Вагуа Кауль Хасану Муджахиду Амру бну Динара. Это мнение этих ученых. Хасана Муджахида Амру бну Динара, Катада и Крима, Раби Ибрахима Нахай. Вакали Али бну Аби Тальха. Ан ибн Аббас, Али бну Аби Тальха, сказал Абдулла ибн Аббаса. Арафа Зашаяну Ниса. Это говорит, то есть близость женщинам. Вот такбиль, целовать жену. Валь гамз, подмигивать ей. Уан юарди даляха бильфуш мин аль-калям. Или же заигрывать с ней. Бильфуш мин аль-калям имеется в виду заигрывать с ней. То есть такими словами, которые побуждают близости. Вакаля таус аррафафу ат-таариду блин ниса биль-джима. То есть когда человек намекает жене о чем? О близости. Вазакаруху байна айзикру байна айдихинна. И упоминать об этом перед ними. И поэтому от сахабов пришло, то есть баракалуфикум, что сахабы между собой об этих вещах говорили в состоянии храма. Субханал, человек, если вот прочитает аят, «Фаля рафаса валя фусука», и прочитает эти мне, нельзя говорить, например, про близость и так далее, и тому подобное, и прочитает сунну, увидит, что это ограничивается именно, когда это связано с женщинами, то есть есть женщина, с женой нельзя разговаривать. Братья, как в наше время попадает баракалуфикум в подобное? Заходит в состояние храма, и жене пишет на пресс-смс-ку: «О, я скучаю, скучаю по твоему такому-то части тела, по такой», и ушел, и поехал. Он попадает во что? В рафов. Или же с женой вместе с ней и так далее, и тому подобное. Попадает в рафов, если вот делает, как мы сказали, вот тут вот поцеловал, подмигнул, намекнул, погладил с таким с вожделением и так далее. И вот как пришло здесь, «Вавикру байна адигинна», и говорить об этом перед ними, перед женщинами. «Вакали атар рафасу кавлю ражули мра фи халли храм». И также Ата сказал, что рафас — это когда мужчина говорит своей жене в состоянии храма, «Ида халяльту», если говорит, я, говорит, выйду из состояния храма, «асабтуки», то я возьму тебя, помягче говоря. «Вакиля ар рафас», а там дальше у кого сколько хватит литературного запаса. Хиля ва рафаф. Также баракалуфикам говорят ученые, также это все рафаф. Аль-фуш валь-кауль кабих. Также есть такое мнение, что рафас — это мерзость и мерзкие слова. Вот это одно другому не противоречит. Как мы сказали, у нас придет эта тема в усуле тафсир. Баракалуфикам называется тафсир бибады афради. То есть тафсир делается иногда частями того, что упомянуто в этом общем смысле. И если, баракалуфикум, мы сказали, что если тафсир делается бибады, разные тафсиры пришло, например, от салифов, и один другому не противоречит, оба смысла мы не берем. И поэтому фаля рафаса, поэтому Всевышний Аллах Субхану сказал, рафас, рафас у тебя что? Накера, правильно? Накера, фисияхи, в каком контексте? Запретном, наги. Охватывает собой любой вид рафаса, правильно? И вот тут мы смотрим, от салифа пришел рафас, то есть близость, и все, что с этим связано, и тоже баракалуфикум, что в рафа заходит, это плохие слова, ругательства и так далее, и тому подобное. Как люди попадают в это в наше время чаще всего? Приезжают в гостиницу, в хадж, и там номера им сразу не дали. Сумки их где-то задержали, автобусы где-то поломался. И вот так вот люди делают тщетным свой хадж, валезбля. Аммаль фусук, что касается нечестия, факаткал абну аббас абнула абнаскал, вагуаль маас и куля, то есть это все любые грехи. И, соответственно, любой бида, который человек совершает в хаджи или в умре, заходит автоматом куда? В слово фусук. Вагуа кавлю таас валь хасан валь саид ибн джубайр валь катада валь зугай валь раби валь курады. Все мнение всех этих ученых. Кал ибн Умар, Абдулла ибн Умар говорит, вагуа ма наха ангуль мухрим, ма нухи ангуль мухрим фи халли храм. А это под словом, то есть имеется в виду фусук, то, что запрещено человеку в состоянии храма. То есть, если человек делает то, что ему запрещено в состоянии храма, хоть не в состоянии храма, для него это является дозволенным. Минкатли сайт, как, допустим, например, хохотится, вот таклиму ля зафир, стричь ногти, уахзу ля шар, или брить, или стричь волосы, уамаш багумат и тому подобное. Вакал Ибрагиму ата уль муджахид, Ибрагим ата и муджахид говорит, гуа сибаб, это поношение, вакал аддахак, гуа танабузу биллакаб, это обзываться друг на друга всякими прозвищами или же кличками. Всевышний Аллах сказал, валя рафаса, валя фусука, то есть никакого рафаса со всеми его смыслами, которые мы упомянули, никакого нечестия, валя джидали фил хадж, не дозволено спорить или припираться в хадже. Каль ибн Масуд ва ибн Аббас аль джидаль ан юмария сахибаху ва юхасиму хатта юхдибаху. То есть под мира, здесь под джидалем подразумевается, когда кто-то спорит со своим товарищем таким образом, что гневит своего товарища или же сам разгневается.
Вагукавлю Амр ибн Динара, это мнение Амр ибн Динара, Усаид ибн Джубайра, Вайкрима, Вазухари, Ваата, Вакатада. Вакалю Касим ибн Мухаммад, Вагуван Якуль Абадухум, то есть это когда некоторые говорят, Аль-Хаджу Льом, Ваякуль Абаду, Аль-Хаджу Гадан, Хадж сегодня или Хадж завтра, начинает спорить. Вакалю Куразы, то есть это тоже заходит, что Джидаль Филь Хадж. Как правитель, то есть Амируль Хадж сказал, так и делайте, не надо спорить. Баракаллаху фикум. Мы говорили, всегда надо смотреть на что? На макасаду шария. Макасаду шария, цели шариата и что? Объединение. Как народ постится, так и начинайте с ним поститься. Как народ, общая масса народа перестает уразу держать, так и вы перестаете его держать. Как общая масса людей делает баракаллаху фикум хадж, так и вы с ними делаете хадж. Вакали куразы сказал, канат курайшу зачтама от бимина каля гауляи хаджуна атаму мин хаджикум. Также Хураза говорил, что говорит, курайшиты, когда собирались в Мина, говорили, наш хадж, говорит, более полноценный, нежели ваш хадж. Вакаля гауля, другие же им говорили, хаджуна атаму мин хаджикум. Нет, наш хадж более полноценный, нежели ваш. Вакаля мукатль гуана набия, саллаллаху алейхи вассаляма. Мукатль говорил то, что пророк, саллассам, каля лягум фи хаджитль вида, сказал им прощальный хадж. Вакатахраму биль хадж, когда они собирались совершать хадж. Эджалю ихлялякум биль хадж умратан илля ман каллада л-хадж. То есть сказал сахабам, то, что вы, баракаллаху фикум, зашли в состояние храма с намерением совершить хадж, вот этот ваш состояние храма, превратите его, что пусть это ваше намерение поменяйте на умру. Кроме тех, кто вел с собой скотину. Этот момент мы тоже разбирали, где в уроках по хаджу. Калю кайфа наджалю умратан вакад саммейн аль-хадж. Они сказали, как мы можем превратить наше намерение поменять на умру, если мы сделали намерение совершить хадж. Фагаза джидалюхум. Вот это есть тот джидаль, о котором сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, сказал, уаля джидаля филь хадж. И не спорьте в хадж. Вакаль ибн Зейд сказал, кану якифуна маваакифа мухталифа, куллюхум язаму анну маакиф маакифу Ибрагим. То есть среди арабов были разногласия, где останавливаются в день Арафат. И каждый из них возомнил, что то место, где он остановился, это было место стояния Ибрагима. Факану и джадлюна фии, поэтому они спорили по этому поводу. Вакиля гуа манкана алейхи ахлю джагилия. Также мнение гласит о том, что это то, на чем были ахлю джагилия. Кана баадухум якифу би арафа. Некоторые из них оставались в день стояния на Арафате. Ва баадухум биль муздалифа, другие же в муздалифа. Кто эти бааду муздалифа? Курайшиты, которые себя называли как хумс. Вакана бадум, потому что они говорили, мы не должны во время хаджа выходить за пределы харама. Вакана бадум яхуджу фидиль кеда, вакана бадум яхуджу фидиль хиджа. Одни делали хаджиль кеда, другие делали хаджиль хиджа. Факуллю якуль, все говорили, ма фальту гуасаб, то, что я сделал, вот это и есть правильно. Факаля джалля викру, Всевышний Аллах сказал, валя джидали фил хадж, не спорьте. А истакар рамру хадж аля ма фаалю расуль салласам. То есть хадж надо совершать так, как его совершил пророк салласам. Фаляхтиляфи, все, не должно быть никаких разногласий. Мимбади далика. Это барак луфикум для нас очень-очень важный урок, то есть из этой истории, то есть, которую упомянул имам Бахави. То есть да, у арабов были разногласия, как правильно совершать хадж, где правильно совершать хадж и так далее. Да, были разногласия. Но после того, как Всевышний Аллах послал посланника, который сказал людям, как, то есть Всевышний Аллах сказал, уатиму хаджу валь умрата илля, совершайте, завершайте ваши умры и хадж ради Всевышнего Аллаха. Хорошо, а как? И сказал, аль-хаджу ашур ма'лумат. Хадж совершается в определенном месте. Хорошо, а как совершать хадж? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хузу анни манасикакум. Возьмите от меня ваши обряды. Все. После того, как вы, Аллах субхана ва тааля, послал посланника, и он показал вам, как совершать хадж, у вас после этого вообще никаких разногласий не должно быть. Где лучше хадж совершать, как лучше хадж совершать, в каком месте лучше совершать, в каком порядке его совершать. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хузу анни манасикум. А если же кто-то будет спорить, то он попадает под запрет, где Всевышний Аллах говорит, валя джидаля филь хадж. Недозволено спорить в хадже. И не только в хадже, баракаллаху фикум, везде недозволено спорить, когда есть приказ пророка саллаллаху алейхи ва саллям. До этого Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Всевышний Аллах говорит, вама юшакик ар-расуля мин баади ма табайяна лягуль худа ва йаттаби гайра сабилиль муминин нуваллихи ма таваля ва нуслихи джаханнам. И тот, кто будет противоречить посланнику после того, как стал ему ясный путь, и не последует по пути верующих, с верующих кто во время снисхождения аятов? Сахабы. Мы его обернем к тому, чему он сам обернулся. Вот это очень важно. Ну, обернем к тому, чему он сам обернулся. Все. Он будет думать, что он прав. Все. То есть тот человек, до которого дошел довод, и он отвернулся от этого довода и начал делать бида, он будет убежден.
Почему? Ну, Аллах субхану тааля все его вот оставил без помощи своей. Ему даже близко в голову не придет, что он не прав. Он будет убежден в своей вот неправоте. Он не прав, он будет убежден. Ну, валим это валь. И все? Нет. И заведем его в ад. Потому что причиной баракалуфикум того, что Аллах оставил без помощи, когда до него дошла сунна, он отвернулся. И как много людей в наше время, баракалуфикум, ты им говоришь о вопросах акиды. Что убеждение пророка саллаллаху было то, что Аллах на троном возвысился так, как подобает его величию, субханаллаху тааля. Аллах описан определенными атрибутами, которые он написал сам себя в Коране или в сунне пророка саллаллаху тааля. И приходят люди, которые говорят, нет, Аллах не на троне. Нет, нет, у Аллаха нету тех атрибутов, которым он описал сам себя. Нет, нет у него тех атрибутов, которые он описал пророка. Вы не боитесь попасть в этот аят? Также сюда заходит барак луфикум те или иные законоположения, то есть практически, будь это вопрос, ты приходишь и говоришь, брат пророк саллаллаху алейхи ва саллям не ставил руки под пупок, это слабый хадис, не делал такого пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал ставить их куда, или же пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он ставил их на грудь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям поднимал руки перед руку, поднимал руки после того, как вставал из руку, из поясного поклона. И до тебя доходит хадис, и ты все равно отворачиваешься. Ты говоришь, брат, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сахабами не делали зикр джамаатом. И ты отворачиваешься, делаешь. Ты не боишься, что ты попадешь по одну алиги матаваль. И поэтому ты до сегодняшнего дня, сколько лет ты уже молишься, и до сих пор в джамаатом зикр делаешь, все вместе толпой. Вот видишь, как Аллах тебя наказал. Это наказание тебе от Аллаха, что Аллах тебя вот оставил без помощи, что тебе даже близко в голову не приходит, что то, что ты совершаешь, это является бидой и заблуждением. А это ладно, еще на этом свете наказал тебя так Всевышний Аллах. Наказал почему? Каждые 5 намазов ты совершаешь зикр джаматом, Всевышний Аллах тебя за каждые 5 намазов накажет. За каждые 5 намазов, 5 этих зикров накажет. Потому что сказал, ванусли джаганна. Вот видишь, как Аллах тебе не внушает в сердце то, что ты не прав, и позволяет тебе каждый день делать зикр джаматом, совершать бида. Чтобы твоих грехов было и больше, и больше, и больше, чтобы наказание твое было сильнее, сильнее, сильнее. И так во всех вопросах, баракаллаху фикум, будь это вопрос уразы, будь это вопрос хаджа, будь это вопрос закята и так далее, потом, будь это вопрос никаха, будь это развод, вопросы таляка, развода, будь это вопрос торговли. И так далее и тому подобное. Надо бояться Всевышнего Аллаха субхану тааля. Если дошел до тебя приказ Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, ни в коем случае не опровергай, принимай сразу это. Да, может быть, твоя душа слаба, у тебя пока не получается то или иное практиковать. Это отдельный вопрос. Но самое главное, чтобы твое сердце приняло, приняло прямо как холодную воду в жаркую погоду, приняло вот это постановление. И ты сказал, да, да, это и есть постановление Всевышнего Аллаха, а иначе... Как сказал Всевышний Аллах, «Фаля ва робби каля юминун, клянусь твоим Господом, Всевышний Господь сам собой поклялся, не уверуют они, хатта юхакиму кафима шаджира байна, пока тебя не сделал судьей во всех тех разногласиях, которые между ними существуют». И все? Возьмут судьей? Нет, «Суммаляя джиду анфуфи анфусим харадж». Потом не найдут в своей душе хараджа. При хараджа в каком контексте пришло? «Ля яджиду фи анфу». Не найдут в отрицательном слово «харадж» в неопределенном состоянии, ни малейшего, даже малейшего стеснения не найдут в этом постановлении. Ни малейшего постановления не найдут стеснения в этом постановлении. «Ва юсалиму таслим» полностью сдадутся. Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Бухари привел хадис, баракаллаху фикум, женился на девушке. Представляете, парень женится первый раз. Любовь, не любовь, там, так далее. То есть это же, представляете, как человек держится. Поэтому же говорят, что если, например, брат не пришел на урок туда-сюда, женился и так далее, ему да, оправдание есть ему. А? Все ему оправдания, даже самый строгий, жесткий шейх, и то ему оправдание находит, правильно? И приходит какая-то женщина и говорит, я вас обоих кормила. Ему и его жене. Он возмутился что? Заявлению этой женщины, что она возомнила так. Сел на коня и отправился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказал ему о том, что сказала эта женщина, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кайф его кадхиль, сказал, а как, говорит, такая же версия есть? Есть же такая версия. И поэтому, вот, исходя из этого хадиса, мы понимаем, что основа в половых органах является что? Харам. То есть основа в половых органах является харам. И этот парень сразу, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вынес постановление, сразу пошел и развелся с этой женщиной. Все, тема закрыта. И никто это не оспарил. В наше же время, баракаллаху фикум,
Еще денек, еще два дня, да, и так далее, и так подобное. Аллаху мустан. Поэтому валя джидаля. Нельзя спорить фильхадж, в хаджи. И не только в хаджи, как мы видели эти доводы. Баракаллаху фикум. Вама тафалю, валя джидаля фильхадж. И какое бы добро вы не совершили, Я'ламуллах, Всевышний Аллах о нем знает. Айля яхва алейхи, от Всевышнего Аллаха не скрыто ваше добро. Фаюджазикум бихи, он обязательно вам воздаст за него. Каулю та'аля, ватазавад, дальше Всевышний Аллах говорит, ватазаваду фаинна хайра зади таква, и запасайтесь же, то есть для совершения хаджа. И лучший провиант или лучший запас, это запас кого? Это какой запас? Богобоязненность. Назалят финасин, то есть этот аят был ниспослан по причине нас, минах Йемен, житель Йемена. Кану яхруджуна или хадж, они выходили в хадж бигайризат, не взяв с собой провианты, запасы. Вайкулюна нахну мутаваккилюна, говорили, мы уповаем на Всевышнего Аллаха. Ваякулюна нахну на худжу байт Аллахи афаля ютримуна. Мы отправились на путь Всевышнего Аллаха, разве он нас не накормит? Один в один то, что говорят кто? Таблиговцы. Файзакадиму макка салю нас, когда приходили в Мекку, начинали попрошайничать. Один в один то, что делают таблиговцы. Мы, говорит, уповаем на Всевышнего Аллаха, едут в Бангладеш, потом ходят по деревням и говорят, накормить нас, пожалуйста. Ваварабама ювды биги мульхали ляннахби вальгасби. Иногда было так, что им приходилось грабить и воровать. Чтобы как-то выжить. То, что делают таблиговцы. Как они делают? Они открыто не грабят, не воруют. Они как своих жен, своих детей, баракалуфикум, оставляют без имущества, последнее забирают и уходят под лозунгом фисабилиля. А потом жены ходят попрошайничать. Если они сами не попрошайничают, жены. И вот если посмотреть баракалауфикум любого таблиговца, всегда ты увидишь, большинство из таблиговцев жены попрошайничают. Самые вот мискины, бедолаги, это жены таблиговцев. Факал Аллаху джалля викру, и Всевышний Аллах говорит, вот азавваду, и запасайтесь. Айма табаллягуна биги, то есть запасайтесь тем, с помощью чего вы достигнете. Ва такфуна биги, то, чего вам будет достигнете места, то есть харама, ва такфуна биги, чего вам будет, ва такфуна биги уджуваком, и будете избавлены от попрошайничества. Халя алю тафсир, некоторым уфасирам сказали, по словам, то есть тазаваду, то есть чем сказали, алькак, вазабиб, вассуваек, то есть берите с собой пряники, финики с ячменной мукой. Забиб это изюм, и сауек это что? Финики с ячменной мукой. Вот тамры или финики и тому подобное. То есть запасайтесь с собой едой. Ванаху и тому подобное, фаинна хайра зади таква, и поистине самый лучший провиант, это что? Богобоязненность минсуали ваннас, а который проявляется в чем богобоязненность? В том, что вы возьмете причину, и поэтому не будете попрошайничать, не будете никого грабить. Вот таку я удил альбаб, и бойтесь, вот таку не и бойтесь меня, о обладатель разума, а я завилю куль, о те, кто обладает разумом. Хазаву Аллаху алю алям, ваджазакум Аллаху хайра. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется Баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Баракаллаху фикум получается, и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субханаллах. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабарун аль-Куран, почему они не задумываются над Кораном? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا